Ваш путь – это такой же путь, как путь миллионов. В каком-то смысле у всех людей один путь – путь духовной эволюции, духовного восхождения. Существуют разные классы или виды людей. Есть обычные люди, есть люди, идущие по пути, люди садху. В ведической традиции они так называются, у других по-другому, но не это не важно. Есть познавшие, джняни, об этом мы говорили. А есть совершенные, ситхи, а есть боги. И вот путь, это когда мы идем от состояния человека, обычного, homo sapiens, к состоянию человека пути, homo spiritualis. Становимся идущим по пути путником. У человека обычного нет проблематики движения по пути, нет проблематики эволюции, развития. А у человека пути есть проблематика. У него есть начало пути, конец, у него есть дорога, карта. Он уже понимает, что он может идти по пути, стоять. У него другое видение. И вот когда мы идем по пути, то мы обретаем знания, становимся знающим, джняна. Обретаем знания. И когда наше знание набирает силу, мы становимся совершенными, ситхами. А когда ситхи обретают величие, совершенство в полноте своих энергий, они переходят в класс богов, девата. И вот путь всех существ, и ваш в том числе, это один и тот же путь. Идти от человека обычного к человеку пути. От человека пути идти к человеку знающему, джняне, познавшему реальности бога. От человека знающего идти к совершенному, к ситху. И от ситха, от совершенного идти к божеству, девате. Наше будущее в божественности. Но есть вехи, ступени, через которые надо пройти. Сейчас в мире 97% все это люди, а садху 3%. А знающих может быть 0,01%. Ситхов 1 миллионная. А боги на земле вообще не живут. В некотором смысле идти по пути – это переходить в класс меньшинства. Переходить в другое измерение реальности. У каждого типа людей есть своя культура, этика, свои смыслы, ценности, цели, образ мышления, когнитивный аппарат, своя энергетика. Это целые миры, целостные миры. И вот ваш путь – это переходить из одного мира в другой, так же, как и мой путь, и путь всех существ на Земле.